Стефан, я принесла бумаги, они... Кто это? Михаил Архангел, начальник небесного отделения милиции. Весьма заслуженный деятель. Его похитили из церкви в Бещадах. 15 век. Эти бумаги лежали у меня на столе. Не знаю, как они там оказались. Они явно по твоей части. А я-то искал. Положи туда. Войдите. А, привет, Полторак. Что нового? Да ничего особенного. У шефа есть дело к тебе тоже. И мне приказал явиться. Я думал, что он уже здесь. Какой-то француз приехал. Что? Француз? Угу. Оп, пардон. Мой коллаборатор. А, oui, je suis enchanté. Это комиссар Дидо из международной полиции. Знакомьтесь. Bonjour, mademoiselle. Je suis vraiment ravi. Mon capitaine. Полторак. Mon capitaine. Дарент. Комиссар Дидо занимается шайкой гангстеров, которые похищают произведения искусства. Они себя называют синдикат, oui? Oui, c'est ça, le syndicat. Недавно международная полиция получила информацию. Из нее следует, что синдикат собирается похитить один портрет, который находится в Польше. Сильву Клемон, комиссар. А, oui. Tenez. Voilà. Король художника Сибири. Oui, c'est magnifique. Il y a des choses formidables ici, je vois. Vraiment? Ce sont des sculptures polonaises, là, n'est-ce pas? Oh, oui, bien sûr. Bien connues chez nous aussi. И очень ценные, поэтому они и были украдены. Ça a une grande valeur. Комиссар Дидо считает, что наконец появилась возможность арестовать главаря этой банды преступников, некоего Грубера из Мюнхена. Herr Gruber. Да, так вот, мы договорились, что не будем мешать синдикату совершить эту кражу. Пусть они вывезут картину за границу и передадут ее своему шефу из Мюнхена Груберу, с тем, чтобы международная полиция могла схватить его именно в тот момент, когда он будет вручать украденный портрет покупателю. Мне кажется, мы не имеем права так рисковать. Ведь в Польше всего только один Сибейр. Не говоря уже о том, что этот портрет оценен в 300 тысяч долларов. В том-то и дело. Извините меня, но подобные шедевры являются собственностью всего народа. Этот шедевр не является собственностью всего народа. То есть как? Это всего лишь копия, которую комиссар Дидо привез из Парижа. А, oui, c'est vrai. C'est qu'une copie seulement. Une copie? Mais bien fait. Ну, как вы ее находите? Ха, замечательно. Даже подрамник подделали. Но оригинал должен быть тоже украден. И сделаете это вы. Мы? Как это понять? Очень просто. Ваша задача заключается в том, чтобы забрать подлинник из музея в Борах, а эту копию повесить на его место. Но только так, чтобы ни одна живая душа ничего не знала.
Предположим, вы писатель, собираете материал для исторической поэмы. И вот приехали с женой. С какой женой? Ну, с Катажиной Рогальской, вашей супругой. На одну ночь. Завтра утром она должна вернуться с оригиналом в Варшаву. Это прямо как в романах. Поэма, да еще историческая. В этом жанре, к сожалению, пишут немногие. Но исторических поэм сейчас никто не читает. Держите связь с капитаном Полторком. Он будет наблюдать за дворцом снаружи. А обручальное кольцо? Нам никто не поверит, что мы супруги. Угу, верно. Да, деталь важная. Одну минутку. Двадцать пять пятнадцать. Алло, говорит полковник Валя. Сейчас к вам придут поручик Рогальский и капитан Берент. Подберите им обручальные кольца. Что? Но неужели нет ни одного женского? Ну вот и прекрасно. Пусть будет хотя бы арестованный. Значит, договорились. Идите на склад. Кольцо арестованное? Этого я вам никогда не прощу. Я тоже. Учтите, задание гораздо более сложное, чем кажется на первый взгляд. Шайка Грубера – это тебе не маменькины сынки, обокравшие церковь в Бещадах. Впрочем, мсье Дюдо. Oui? Expliquez, s'il vous plaît. Eh bien, le syndicat, vous savez, ce n'est pas rien. C'est une affaire sérieuse, tout à fait. Ils ont des capitaux. Ils emploient des connaisseurs d'art, très bien connus. У синдиката большие возможности. У них много денег. Их консультируют искусствоведы. Ils ont des liaisons presque partout, dans toute l'Europe. У них связи почти во всей Европе. Il faut avouer que le syndicat agit d'une manière extrêmement intelligente, vous savez. Действует они искусно. Même raffiné. И Mais даже, oui. как выражается комиссар, утонченно. Nous avons vérifié. C'est très intéressant pour vous. Ah bon? Il cherche presque toujours ses collaborateurs sur les lieux mêmes de ses activités prochaines, vous savez. Они ищут сообщников там, где предполагается кража. C'est ça. Je ne sais pas, mais peut-être. Oui. Ils les chercheront aussi ici, en Pologne. Возможно, они нашли сообщника и у нас в Польше. Vous savez, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Évidemment, car c'est la première fois que le gang Gruber va exercer ses activités dans un pays de l'Europe de l'Est. Bah, комиссар в этом не вполне уверен, потому что шайка Грубера будет действовать на территории нашей страны впервые. Et c'est pourquoi je me sens obligé de vous dire ça. Ah oui, merci beaucoup. Oui, eh bien, merci. Au revoir. Merci, bonne monsieur le commissaire. Итак, когда нам отправляться? Через полчаса. Сейчас сюда придет профессор Гавронский. Он вас отвезет и представит директору музея. Гавронский? Да, это начальник одного из отделов Министерства культуры. Ага, понятно. Имейте в виду, он единственный человек, которому мне пришлось сказать, что вы едете охранять картину Сибейры. А профессор знает, что мы подменим оригинал? Нет, это ему знать не следует. Но если... Никаких если. Дело в том, что он относится к числу тех лиц, кто очень часто бывает в Борах. Ну, а поэтому, хотя это и трудно предположить, но чем черт... Профессор Гавронский прибыл, товарищ полковник. Попросите его. Прошу вас. Профессор Гавронский. Добрый день. Ну вот, мы и приехали. Прошу. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. Проходите, пожалуйста. Как похолодало, а? Да.
Вы можете возвращаться в Варшаву. Спасибо. Сигнализация? Да. Здравствуйте. Принимайте гостей. Супруги Бернт. Здравствуйте. Пан Ощенсник, научный сотрудник музея. Добро пожаловать. Войдите, пожалуйста. Чисто английский интерьер. Я чувствую себя как Генрих VIII. Но я тебе не королева Англии. Может быть, ты даже помнишь, сколько всего жен было у Генриха VIII? 6. О. Тайный ход в ванную. Куда это положить? А, оставь чемодан. А это куда? Что? А, я, признаться, забыл. Зачем тебе помнить? Для этого у тебя есть любящая жена. Она в курсе всех твоих дел. Да, и меня осеняет вдохновение только в ее присутствии. Вот и сейчас я слышу шум крыльев музы над моей головой. Войдите. Прошу прощения. Я, кажется, помешал. Нисколько, мы очень рады. Занимайтесь своими делами, я на минутку. Я хотел пригласить вас к директору, пану Яносу. Разумеется, я ему сказал, что вы литератор. А может быть, не стоило подчеркивать моей профессии? Пожалуйста, садитесь. Я, собственно говоря, собирался с вами поговорить о картине Сибейры. Благодарю. Мне страшно подумать, что с ней может что-то случиться. Допустить этого нельзя. Я понимаю, это вовсе не мое дело. Но я не успокоюсь, если не буду уверен, что картина в полной безопасности. Мы приложим все усилия. Для этого мы и приехали. А кроме того, для посетителей музей сейчас закрыт, сигнализация здесь первоклассная. Да вы же сами сказали мне, что постороннему проникнуть сюда невозможно. Я полагал, что вы разработали план охраны портрета. Но, видимо, заблуждался. Пожалуй, было бы благоразумнее вывести его в Варшаву, в фонды Национального музея. Но держать его там вечно невозможно. В конце концов, придется экспонировать. Так что это ничего не даст. Нет, если кто-то хочет совершить кражу, то он будет пытаться это сделать не сегодня, так завтра. Я думаю, будет лучше, если мы подождем его здесь, на месте. Может быть и так. Впрочем, это ваша специальность, а не моя. Итак, жду вас внизу. Разрешите мне только переодеться, пан профессор. Тогда мы встретимся в каминном зале через полчаса. Хорошо. Вы спуститесь по лестнице. Пойдете налево, сначала войдете в рыцарский зал, а оттуда направо в каминный. Найдем. Что ты на все это скажешь? Он просто пытался пронюхать, в чем состоит наш план, но номер не удался. Прекрасная вещь. Первая половина 17 века. Южная Франция. Не могу понять, почему ты служишь в милиции? Ну, откровенно говоря, я и сам не знаю. Ты бы поторопилась, нас ждет Гавронский. Ты как пройти в каминный зал? По лестнице вниз, налево, а там направо. Все верно, поручик Рогайский. Сначала вниз, затем налево, а там направо.
возьми. Что-то взрываете? Нет, фотографирую. Ах так. А вы не можете сказать, где сейчас профессор Гавронский и директор? Директор у себя в кабинете. Янас? Берент. Да-да, мне известно о вашем приезде. Панна Ванда, что случилось? Лампа лопнула, пан директор, я собираю осколки. Вы хорошо сделали, что приехали именно сюда. У нас тут есть необыкновенно интересные документы. Хроники 17 и даже 16 веков. Я уже отобрал некоторые рукописи, которые вам могут пригодиться. Вот уже лет 20, как ни один поэт не написал ничего хорошего. На историческую тему, разумеется. Собственно говоря, меня не столько занимает история, в строгом смысле этого слова, сколько средневековое искусство. Я видел много картин той эпохи, авторы которых неизвестны. Хочется узнать, что думали, что переживали эти люди, как они относились к искусству, к жизни. Я вас понимаю. Я тоже задавал себе этот вопрос. Ведь в самом факте, что творения безвестных художников пережили своих создателей и дошли до наших дней, есть что-то захватывающее. А в нашей библиотеке много документов. Да вот хотя бы это. Владык, у меня к тебе очень важное. О, я вижу, вы уже познакомились. Да, я показываю пану Беренту рукописи. А где ваша супруга? Она сейчас придет. О, разрешите вам представить директора этого музея. Янас. Ругальска. Моя жена еще не привыкла к своей новой фамилии. Мы недавно поженились. Вы прекрасно выглядите. У меня нет уже сил. Это не работа, а черт знает что. Панна Малгожата Садецка. Извините, пожалуйста. Марчак, таким как ты только вывески расписывать. А ты меня не торопи. Это тебе не автокросс. Так что же, по-вашему? Я всю жизнь буду здесь торчать. Пора кончать эту работу и ехать домой. Неужели тебе не ясно? Мы реставрируем 15 век. Фрески. Фрески, они... Объясни. Это же не малярная работа. Вот именно. А. Да. Вот знакомьтесь, неизвестные талантливые художники. Пустите! Пустите! Дураки, пустите, говорю! Идиоты! Пустите, кретины! Итак, господа, я вам представил трех выдающихся художников-реставраторов, которых профессор Гавронский любезно направил к нам 4 месяца тому назад. Пану Малгожату вы уже знаете, а это пан Марчик и пан Зентара. Как видите, они работают серьезно, старательно, не торопясь. Правда, из-за этого экскурсанты не могут посещать музей. Зато директор имеет возможность заниматься научной работой. Наши гости – супруги Берент. Пан Берент – поэт. Боже мой, он будет декламировать свои стихи. О, не бойтесь, я никогда не читаю своих стихов. Слава богу. 16 век? Да, это подлинный. Если хотите иметь копию, спуститесь в подвал. Там их делают по этому образцу. У нас здесь целая мастерская. Mm-hmm. Может быть, покажем? Конечно. Маэстро! Куда вы? Указания я вам дала. Работайте, господа, работайте. Указания, как всегда, были ценные. Кажется, пора бы уже знать. Иных я не даю. Кончайте. Сегодня суббота. В 7 собираемся у камина. Поспешите. Надо еще нарубить дрова и приготовить ужин. Вы хотели нам еще что-то показать? А, заслуженного оружейника республики. Так, неплохо. Кароль, я привел к тебе наших гостей. Пан Вильчкевич, мой заместитель, он увлекается изготовлением арбалетов.
супруги Берент. Пан Берент поэт. Он собирает материал для исторической поэмы. О, читал, читал. Вы пишете хорошие стихи. Я, вероятно, не ошибусь, если скажу, что этот подвал единственное место в нашей стране, где вам продемонстрируют с абсолютной точностью, каким способом наши непросвещенные предки убивали друг друга на расстоянии. Глядя на такое оружие, трудно не признать, что убийство в древности было более красивым, чем сейчас. Да, вы правы, арбалет – высшее достижение человечества в этой области. Разве можно сравнить отвратительную, уничтожающую все на своем пути атомную бомбу с этим прекрасным инструментом в форме птицы и с ударом змеи? Выше, выше. Держите крепче. О. Видите? Браво, браво. Невероятно. Вы не в первый раз стреляете из арбалета? Первый. Необыкновенный талант. Я с вами вполне согласен. Но только я хотела попасть в другого. Я был бы доволен и таким результатом. Ах, вот нашел. Я был отроком, когда дед мой, короля кисти Сибейры, в дар получил от императрицы Екатерины. Миновал год, и вот однажды колокольцы, что у короля на груди намалеваны, зазвонили в первый раз, и в ту же ночь дед мой внезапно испустил дух, и пошел с той поры слух, что те колокольцы и впредь звонить будут, когда придет время господам отправляться в вечный путь. И когда отец мой занемог, пришло мне на память, что каждому из нас колокольцы будут звонить в смертный час. Отцу моему становилось все хуже. По ночам бледный призрак смерти блуждал по круге, сверкая косой, стараясь войти во дворец. Однажды ночью я вдруг пробудился, а когда понял, что сон мой прервало, то холодный пот выступил на моем челе. Я услышал, что из каминного зала доносился тихий звон. Взяв свечу, я отправился туда. Портрет, как обычно, висел на своем месте. Вдруг страшный крик потряс меня. Я узнал голос Яна, камердинера отца. Но когда я вбежал в опочивальню, отец был уже мертв. Не знал, что такая решительная особа и материалистка боится духов. Она бы сюда не вышла ночью, даже если бы ей за это подарили дворец. Думайте, что хотите, но я действительно верю, что в таком старом замке водятся привидения. Сколько раз я себе повторяла, что они существуют только в воображении. Но реальные духи намного страшнее. Только представь себе в белом саване с пустыми глазницами, брецающие ржавыми цепями, он стоит где-то в углу комнаты, либо за дверями, и вдруг заключает тебя в свои ледяные объятия. И ведомо мне теперь, что колокольцы скоро снова зазвонят. И станется это, когда пробьет мой час. И наш час пробил. Уже 10, пора спать. Владок? Да. Зайди ко мне в кабинет. Вы действительно боитесь привидений? Я? Что вы, ничуть? Вы напрасно стыдитесь. Я тоже боюсь, хоть и не верю в них. Да, но вы с мужем. Поэты, как известно, дружат с духами. Меня они не тронут. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До завтра. Спокойной ночи, господа.
какого ты мнения об этой компании? Чудаковатые, но симпатичные. А тебе не пришло в голову, что один из них может быть сообщником гангстеров? Кого ты подозреваешь? Зачем ты это делаешь? Чтобы отличить копию от оригинала. 12:40. Идем. Подожди. Закрой дверь. Говорит Павлин, прием. Я Павлин. Товарищ капитан, вызывает Павлин. Не спускай глаз с машины. Я Беркут, прием. Да, слушаю. 5 минут тому назад картину подменили. Понятно. Недалеко от дворца стоит машина с погашенными фарами. Подъехала со стороны Варшавы. Кто-то вышел из дворца. Ты не знаешь, кто? Нет, не знаю. Прерываю связь. Едем за ним. Хорошо. До свидания.
Кажется, задание выполнено. Без 10:12. Утром возвращаться. Жизнь во дворцах не для нас, товарищ поручик. Самое забавное, что завтра мы будем мило прощаться с преступником и делать вид, что ничего не знаем. Благодарим вас, пан директор. До свидания. Такой приличный на вид, никогда бы на него не подумала. Жаль, что мы его не задержали на месте. Угу. Полковник бы нам голову поотрывал. Что? Я говорю, полковник поотрывал бы нам головы. Ты прав. Что ж, пусть спит спокойно. Оригинал у нас в чемодане. И завтра будет в Варшаве. Мы видели собственными глазами, как он подменил картину. А полторок не упустит того типа. Я так люблю старину, что мне жаль отсюда уезжать. Я бы с удовольствием пожила здесь еще. Знаешь, Стефан, когда мы осматривали музей, я все время думала, кто же из них сообщник синдиката? Да, побыть бы здесь еще хоть денек. Великолепная коллекция картин. Но самая ценная из них картина Сидейры. Да, $300 000. Директор, если бы это удалось, стал бы очень богатым. Ему бы неплохо заплатили. Я бы тоже хотела стать богатой. Ну, у тебя и так хорошая зарплата. До первого всегда хватает. Откуда ты знаешь? А на тряпки сколько уходит? Можешь ходить в форме. Не могу. Я не только поручик милиции. Что ты там делаешь? Хочу взглянуть. Я очень горжусь, что нам поручили такую операцию. Здесь живет пан Щенсник. Наверное, это она. Что? Что случилось? Кто кричал? Малгожата! Малгожата, открой! Малгожата! Это она. Малгожата! Пусти! Вы успокойтесь, успокойтесь. Я слышала, там звонок. Тебе это просто приснилось? Кто-то мог звонить? Не знаю, но я своими ушами слышала. Я же говорю, тебе это просто приснилось. Давай спустимся вниз. Ты сама убедишься. Нет. Ни за что. В самом деле, пана Малгожата, мы все должны спуститься в каминный зал. Хотя никто из нас ничего такого не слышал. Вы сами убедитесь, удостоверитесь, что там никого нет, что ничего не случилось. Иначе вы не успокоитесь. Таких отчетливых галлюцинаций не бывает. Бывает. Особенно у столь впечатлительных девиц, как ты. Вставай, взглянем на этого короля, выкурим по папироске и пойдем спать. Тебе бы сейчас выпить рюмку коньяку. И мне тоже. Господа, выйдите отсюда. Панна Малгожата оденется, и мы спустимся к вам. Мы ждем вас. Какой-то бред. Наверное, не надо было читать этого вздора. Но пан Янос любит развлекать гостей всякими жуткими историями. И вы тоже хороши. Настаивали, чтобы он читал. Я не думал, что она такая дура. Что-то не видно ни директора, ни пана Вильчкевича, ни пана Щенсняк. У них что, совещание в 12 часов ночи? Директор, вероятно, у себя в кабинете, а Вильчкевич у себя в мастерской. Он часто там засиживается до утра. Извините меня, господа, я вас всех разбудила. Вы правы, это невозможно, чтобы колокольчики на портрете звенели. Ну а что же, в
таком случае звенело. Как? Вы тоже слышали? Да, что-то вроде колокольчиков. Звук доносился снизу, ровно в полночь. Это час духов, а поэты с ними общаются. Вы в самом деле слышали? Даже я слышала, хоть я и не поэтесса. Но жена поэта. Неудивительно, сегодня такой сильный ветер. Везде сквозняки, в стеклянных витринах стоят рюмки. Вот они звенели, или дождь стучал в окно. Зажгите свет. Мертв. Мертв? Не может быть. Кажется невероятным, но все же это обычное убийство. Скажите им, что вы... Я подумал, что кто-то проник во дворец. Я услышал шум. Арбалет? Ну, захватил на всякий случай. Для непрошенного гостя. Что? Как это? Что? Что вы на меня так смотрите? Сейчас. Так и есть. Одной не хватает. Той, от которой он погиб. Это просто не укладывается у меня в голове. Наружные двери заперты. Никто не мог проникнуть во дворец. Я сам недавно проверял сигнализацию. Она в порядке. Зачем вы проверяли? Я же вам сказал. Я услышал шум и подумал, уж не воры ли. А звона вы не слышали? Звона? Угу. Вы с ума сошли. А вы что? Слышали? Да. Не выдумывайте. Я был в мастерской. Значит, его убил кто-то из вас. Кто-то снял со стены арбалет и пустил в него стрелу. Янос. Такого замечательного человека. Кто же убийца? А где вы были, когда это случилось? Во-первых, я не знаю, когда это случилось. А во-вторых, я не выходил из своей комнаты. Так может сказать каждый. Вероятно, так оно и будет. Но...
но кто-то при этом скажет неправду. Если я найду этого лгуна... А ну-ка, постойте! Почему вы не в пижаме? Почему вы не раздевались? Этот же вопрос я мог бы задать и вам. Я писал. Ну что же, нам осталось сделать одно. Позвонить в милицию. Это невозможно. Ближайший телефон на почте, а она откроется только в 6 часов утра. Далеко отсюда отделение милиции? 14 километров. А у нас тут ни машина, ни мотоцикла. Сейчас 2 часа. Если идти пешком, то все равно раньше утра не доберешься. И все-таки придется пойти. Нет! Откуда мы можем знать, что выпустим отсюда не убийцу? До приезда милиции никто не выйдет из дворца. Никто. За исключением тех, кто не умеет стрелять из арбалета. А кто? Кто, кроме вас, здесь умеет стрелять? Все. Я их всех научил. Меня вы не научили, я могу пойти. Извините, но я вам не верю. Ваша жена умеет стрелять. Господа, но пан Берн... Разумеется. Сюда... Пан Вельшкевич прав. Все остаются здесь. Нам придется подождать до утра. Что случилось? Кто-то убил пана Яноса. Я только заснула, как меня разбудил какой-то крик. Теперь мы все в сборе. Все мы знаем, что один из нас, один из присутствующих здесь, убийца. Ужасно. Не могу понять, почему, за что это был... Благороднейший человек на свете. Добрый, отзывчивый. У него не было врагов. К сожалению, мне придется вас разочаровать, профессор. О мертвых не принято говорить плохо. Но ваш приятель был преступником. Что? Как вам не стыдно? Прошу вас сесть, профессор. Я вынужден назвать Яноса преступником, потому что собственными глазами видел, что он украл портрет. Несколько минут спустя Янос был убит. По-видимому, своим же сообщником, который ему не доверял. Иначе все это трудно объяснить. Кто его сообщник, нам неизвестно. Но рано или поздно мы его найдем. Думаю, что вам не придется долго искать. Человеком, который убедил Яноса подменить портрет, был я. Вы? Дело в том, что когда я с вами беседовал о ваших планах, я понял, что вы не можете обеспечить сохранность портрета. Я думал, что же мне предпринять? Я обещал полковнику, что буду хранить полную тайну, но Янос был мне другом, я верил ему, как себе. Сразу после этого чтения в каминном зале я пошел к нему и рассказал обо всем. В музее есть копия. Месяц тому назад она была сделана паном Марчиком. Мы договорились, что когда все уснут, Янос подменит картину.
Оригинал спрячет у себя в кабинете, в несгораемый шкаф, а копию повесит на стену. Если кражи не избежать, лучше пожертвовать копией. А вы видели портрет после смерти директора? Нет. Нет. Мне было не до этого. Да-да, конечно. Если бы вы послушались меня, Янос был бы с нами. Вы слишком плохого мнения о нашей милиции. Мы вовсе не так наивны, как вы, вероятно, думаете. И нам далеко не безразлична судьба таких ценных произведений искусства, как «Король Сибейры». К вашему сведению, мы привезли с собой копию этого портрета и подменили его, прежде чем это сделал Янос. Так значит, подлинник теперь находится у вас? Да. Где же он? Здесь. Вы издеваетесь надо мной. Зачем вы это сделали? Поверьте, я и сам ничего не понимаю. Я собственными руками снял картину со стены. Но там было темно, а футляр мы открыли только сейчас. Чья же это проделка? А может быть, убийца сумасшедший? Когда в последний раз вы видели оригинал? Половине одиннадцатого. Я спустился в зал с директором, чтобы проверить, все ли там в порядке. Мы внимательно осмотрели картину. И уверяю вас, что тогда оригинал висел в каминном зале. Мы с ним договорились, что он заменит картину, как только все заснут, в полночь. А мы спустились туда в 11:20. Итак, за это время кто-то украл оригинал и на его место повесил вот это. Но для чего преступнику понадобилось убивать Яноса? Нет, по-видимому, все произошло иначе. Но как? Это не подлинник. И не копия мальчика. Великолепная работа. Просто великолепно. Если бы вы не сказали, я бы мог ошибиться. Это копия, которую вы привезли? Кто ее сделал? Наши французы. Только это не она. Как? Но если это не копия мальчика? И не оригинал. И, наконец, не ваша копия. То что же это, наконец? Не знаю. Но прежде всего разберемся, как было совершено убийство. В директора стреляли из этого зала. Значит, в тот момент, когда он обменивал картину, преступник наблюдал за ним отсюда. Ему стало ясно, если директор унесет оригинал, то вся затея провалится. Времени не было, машина уже ждала. Тогда он взял со стены арбалет и выстрелил. А кто же звонил? Неужели сам убийца? Непонятно, как непонятно многое другое. Ну, например, почему ваш друг пошел один заменять картину? Почему вы не пошли с ним? Это было бы гораздо разумнее, или вы не разделяете моего мнения? Нет, я с вами согласен, но так получилось. Если бы вы пошли вдвоем, и один из вас, скажем, стоял на страже, то несчастье бы не произошло. Да, вероятно.
Боюсь, что это прозвучит неубедительно, но мне почему-то безумно хотелось спать, и я не мог ждать до 12. Кроме того, мне в голову не приходило, что это сопряжено с таким риском. Когда вы с ним расстались? Не помню точно. Что-то около 11. Вы сразу же пошли к себе в комнату? Да. Я не выходил оттуда до тех пор, пока не услышал крик Садецкой. Ну, а Звонова, разумеется, не слышали. Нет. Угу. Если бы мне сказал об этом кто-то другой, никогда бы не поверил. Зачем вы лжете, пан профессор? То есть как? Что вы хотите этим сказать? Я вам объясню. При всем желании не могу поверить, что вас одолел сон после разговора с Яносом. 10 часов, камин погас, все разошлись. И вдруг на вашего друга, как гром с ясного неба, обрушивается сообщение, что в музей приехал не литератор с женой, а сотрудники милиции для того, чтобы охранять короля Сибейры. Как-то неправдоподобно, что после разговора, который не мог не взволновать вас обоих, вы широко зевнули и отправились к себе спать. Вряд ли бы вы так поступили, не имея на то серьезных причин. Существуют законы психологии, а ваше поведение противоречит им. Да, на вашем месте я бы рассуждал так же. Но вы ошибаетесь. С вашего разрешения я поднимусь наверх. Надеюсь, я вам больше не нужен. Не нужны, пан профессор. Мы тоже идем наверх. Что вы тут делаете? А вы? Я ищу преступника, который убил Яноса. Он во дворце, клянусь, я его найду. Может, вы предоставите это милиции? Милиции? Когда вас спросят, я знаю, что вы ответите. Мы спали. Ничего не видели. Ничего не слышали. Ничего не знаем. Мы тут ни при чем. Мы не виноваты. Ну и влипли мы в историю. А несколько часов назад все казалось таким простым. Да, все было просто. Мы считали, что обитатели дворца очень милые, симпатичные люди. А сейчас я ломаю себе голову, кто же из них убийца. И самое ужасное то, что каждый мне кажется подозрительным. И этот спокойный, чересчур вежливый профессор, который говорил с нами так, как будто что-то скрывал. И психопат Вельшкевич. А может, и не психопат? Может, он прикидывается. Неразговорчивый Марчак, из Энтара любитель спиртного. И обе девицы. Истеричка Садецкая, которая боится духов. Исчезник, она даже брови не повела, когда увидела труп. Но и загадка. Когда обокрали музей в Гданьске, или ту церковь в Бещадах, даже тогда я легко разобрался на это убийство. Слушай, какая копия висит сейчас в каминном зале? А ты подумай. У меня ум за разум зашел от этих копий. Разберемся по порядку. Итак, в начале на стене висел оригинал. Профессор видел его в 10:30. Ты веришь этому Гавронскому? Он не настолько глуп, чтобы так наивно лгать. После нашего ухода он с директором действительно осмотрел картину. Тогда она была на своем месте. Когда они ушли, кто-то снял подлинник со стены и вместо него повесил изображение черепа. Ну, об этом лучше не вспоминать. Потом пришли мы с нашей французской копией. А после нас директор, который принес другую копию, а именно копию Марчика. Преступник видел, как директор
снимал со стены нашу копию, думая, что это оригинал. Он убил директора и повесил свою копию. А ту, что снял директор, то есть нашу копию, убийца отнес в машину. А у себя ставил копию Марчика. Понимаешь? Да. И так нам надо выяснить, у кого копия Марчика, а также, где находится оригинал. Узнать бы, кто эти два короля, и пасьянс сойдется. Дождь скоро кончится. Панна Щенсняк. Зачем она фотографировала картину? Говорит, что спала, но в комнате ее не было. И это ее завидное самообладание. Придется поговорить с панной Щенсняк. Простите, у вас нет спичек? Вот, пожалуйста. Где же я так испачкалась? Прошу вас. Спасибо. На меня это так подействовало. Никак не могу успокоиться. Да, ужасная история. Кто это мог сделать? Трудно поверить, что кто-нибудь из работающих в музее. Вы все такие милые люди. Не сомневаюсь, что это был кто-то чужой, какой-то грабитель. Директор, наверное, его застал, когда он хотел украсть картину. Но почему раздался звон? Кто из посторонних мог знать, что он оповещает о смерти хозяина, этот король? Я бы подумала, что это дурацкая шутка, если бы вы... Следовательно, вы полагаете, что пана Яноса убил кто-то из здешних? Не знаю. Вернее, не допускаю мысли, что кто-то из нас... Убийца. Но директор все-таки убит. Спасибо. Может, вам принести скипидар? Скипидар зачем? Ах, из-за этих пятен. Спасибо, не стоит. Он у меня в комнате, я вам принесу. Спасибо, это можно сделать и утром. Сейчас уже поздно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Наверное, уже спит. Не лучше ли завтра? Да, она и не ложилась. Ничего удивительного. Вряд ли кто-нибудь заснет до приезда милиции. Но где она в такой час? Знаешь что? Пойдем-ка в каминный зал. Зачем? Этот звон... не дает мне покоя. Пан Берент! Пан Берент! Разрешите вас пригласить? Входите. Прошу вас. Мы слышали, как вы разговаривали в коридоре, и у нас мелькнула идея. Что, если нам выпить? О, дай рюмки. Недавно тут был литератор из Варшавы, так он признавал только чистую. Да. Да вы, наверное, его знаете, он тоже собирал какие-то материалы. Вам здорово повезло. В каком смысле? Труп в замке со стрелой в груди. Хорошая тема для романа. Ты с ума сошел. Он же поэт, а не прозаик. Я вижу, у вас тоже арбалеты. Ах, да, это все Вельчкевич. За то время, что мы здесь, он нам просто осточертел. Ходит за нами по пятам и учит стрелять. Это его хобби. Кто на чем помешан? Один на марках, другой на арбалетах. Да, а третий на колокольчиках. Ну что ж, взяли, что же? А то выдохнется. Ваше здоровье. Это укрепляет нервы.
Может быть, прошу вас. Нет, может быть, вы удивлены, что мы вас пригласили. Но ведь пан Берент писатель, мы художники, и, по-моему, нам нужно держаться вместе. Держаться вместе? Как это понять? Как? Придет милиция, ведь это типичная уголовщина. Начнут разнюхивать, выспрашивать, допрашивать, кто-нибудь что-нибудь ляпнет, и вот, пожалуйста. Лучше говорить, что ничего не знаем. Спали, и все. О. Но нам нечего скрывать. Ну, нам... Нам тоже нечего. Совершенно. Ну как, налить еще? Нет, нет, спасибо. Уже поздно. Пора спать. Очень жаль. Я надеюсь, что вы нас не поняли превратно. Нет, что вы. Мы вас поняли так, как надо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Стефан. А что нам даст, если мы узнаем, кто звонил? Очень многое. Совершенно ясно. Убийца не стал бы этого делать. Если мы узнаем, кто звонил, отпадет хотя бы один подозреваемый. То есть один из тех, кто врет? Вранье, конечно, грех. Но не всегда преступление. Если нам удастся установить, кто не мог совершить убийство... Мы путем простого вычитания доберемся до убийцы. Но, возможно, это был кто-то посторонний. Скорей! Не обманешь. Говори. Говори! Нет! Ты его убила. Можешь кричать, все равно никто не услышит. Признавайся! Нет! Ты его убила! Вы мне мешаете? Прекратите сию же минуту! Убирайтесь отсюда! Нет! Ради бога, спасите меня! Я был у тебя в комнате. Я видел, что твоя постель даже не тронута. Значит, когда ты вошла в каминный зал и сказала, что тебя разбудил крик, ты даже не ложилась! Зачем тебе это понадобилось? Я сказала правду! Так ты спала. Спала в нетронутой постели. Я ее застелила по привычке. Не верю тебе. Я тоже не верю, что вы застелили свою постель. Нет. Более того, я вообще не верю, что вы спали. Через минуту после того, как раздался крик Садецкой, мы вошли к вам в комнату. Но вас там почему-то не было. Ну, конечно, она все врет. Одной этой улики достаточно для прокурора. Если меня даже там не было, это не значит, что я убивала. Но суде тебе все равно не отвертеться. Я думаю, будет лучше, если вы скажете нам правду. Не могу. Интересно, почему? Ну, хорошо. Допустим, вы не убивали. Но в таком случае вы покрываете убийцу. Нет, я не убивала. И никого не покрываю. Я вам скажу, где я была. Я была у профессора Гавронского. В его комнате. И в его постели. Я люблю его. И он меня любит. Вы заставили меня рассказать то, чего я не должна была никому говорить. Вы же прекрасно знаете, что его жена больна. Она уже 2 года в санатории. И если это дойдет до нее, вот тогда я действительно буду убийцей. Идемте. Я немного посижу у нее. Ванда, я тоже пойду. Пан Вельчкевич, вам лучше остаться здесь. И расстались бы вы со своим арбалетом. Хотя бы на сегодняшнюю ночь. Я бы никогда в этом не призналась. Но я знаю, кто вы такие. Профессор Гавронский, он мне все рассказал. Если бы я молчала, вы считали бы меня преступницей. Я побуду с ней, пока она не успокоится. Я им все рассказала.
Не убивайте. Не убивайте. Если у вас были счеты с Яносом, то при чем тут я? Я никому не скажу, что вы его застрелили. Только отпустите меня. Что это? А ну-ка покажите. Король Сибиры. Оригинал. Из вашей комнаты можно проникнуть в этот зал через камин, не так ли? Да. Это вы спустили сюда колокольчики и повесили череп. Хотели напугать Садецкую, которую вы недолюбливаете. А почему сейчас вы принесли картину? Мы испугались. Если милиция обнаружит картину у нас, то подумают, что это мы убийцы, а не вы. Попался, наконец. Позови всех. Все сюда. Мы поймали убийцу. Мы поймали убийцу! Мы поймали убийцу! Попались! Хватайте ее! Это сообщница! Что вы делаете? Пустите! Пустите ее! Стой! Стрелять буду! Что это такое? Оставьте, они из милиции. Это было недоразумение. Не верь ему, они тут все заодно. Нет, убийство совершил кто-то один. Один? Кто же? Учтите, нас двое. Да, двое. Вероятно... Это были не вы. Теперь мне нужно только одно доказательство. Не все из присутствующих здесь знают, что сегодня ночью международная банда грабителей намеревалась похитить самую ценную картину в этом музее – короля Сибейры. Это стало известно директору музея. Он принял решение убрать оригинал и заменить его копией, которую в свое время сделал по его заказу пан Марчик. Во дворце находился сообщник банды.
Он застал пана Яноса в тот момент, когда тот снимал картину со стены. Преступник понял, что добыча ускользает. Что делать? Он схватил арбалет и выстрелил. Затем он взял картину, ту, что директор снял со стены, и передал другому грабителю, ожидавшему его в машине. Потом убийца вернулся в каминный зал и повесил на стену отличную копию, которую он только что получил. Но тут его ждал новый сюрприз. На полу рядом с телом директора лежала еще одна копия. Ту, что принес Янос, копия Марчика. Убийца сообразил, что в музее, очевидно, узнали о готовящейся краже. Поэтому копия Марчика должна была исчезнуть. Преступник прекрасно понимал, что при расследовании она будет главной уликой против него. И он не ошибся. Вот она, эта копия. Вы над нами хотите... Для того, чтобы замести следы, проще всего было загрунтовать копию. Что он и сделал. Я понял это тогда, когда убийца совершил покушение на мою помощницу. Как видно, что-то, что было связано с ней, внушало ему большие опасения. Но что? Сущий пустяк. Всего-навсего свежее пятно от белой краски на ее халате. Убийца правильно рассчитал. Мертвая Катажина Рогальска уже не вспомнит, где она испачкалась. А чем вы докажете, что это именно та копия, о которой вы говорите? Да, чем? В этом нетрудно убедиться. Стоит только снять белую краску. У вас, кажется, есть скипидар? Есть. А-а-а! Не с места! Руки вверх! Да, это все верно. Я убила директора, но я жива. Вернее, только теперь буду жить. Я выкрала картину. Уже сегодня ее не будет в Польше. Я обеспечила себя до конца жизни. А вы будете корпеть, надрываться за ваши жалкие гроши. Мне повезло. Вы мне очень помогли, когда закрыли все эти двери. Бросьте ключ! Живо! А ключ от этих дверей у меня. Я запру вас здесь. К тому времени, когда вам удастся выбраться отсюда, я буду далеко. А когда я буду там, у них, вы мне уже ничего не сделаете. Предположим. Однако я очень сомневаюсь, что вы сможете отойти от дворца хотя бы на 100 метров. Но даже если бы совершилось чудо, и вы бы оказались за границей, это бы вам ничего не дало. Потому что оригинал короля Сибейры находится здесь. Это неправда! Нет, правда. Оригинал здесь. Пан профессор, я совсем запутался в этих картинах. Пожалуйста, проверьте. Слава Богу. Ну, конечно, двух мне не быть не может. Оригинал. Марчик и Зентара еще раньше подменили картину. Они задумали шутку с колокольчиками и со всякой чепухой, чтобы вас напугать. Оригинал был у них, так что вы напрасно убили пана Яноса. Это вам ровно ничего не дало. Вы заменили одну копию другой. Ваши компаньоны будут в восторге, когда увидят, что вы им передали. Хотя вряд ли они успеют ее рассмотреть как следует. Агенты международной полиции уже ожидают их появления в Мюнхене. Через несколько часов банда Грубера перестанет существовать. Вы можете бежать, вы можете стрелять. Если вы даже нас всех убьете, вам все равно не спастись. Вы проиграли.
Пан-капитан. Но ведь это старая грунтовка. Краска давно высохла. Вы умеете играть в покер? Да. Я не мог попасть в комнату Садецкой и подобрал холст такого же размера в вашей комнате. Шесть утра. Thank you.